лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Проводи-ка меня за вороточки, я пойду пешком по тайге. Проводи-ка меня за вороточки, я пойду пешком по тайге. Солнце встает над лесом, солнце встает над лесом, солнце высушит росу. Постою у ручья, подумаю, как устал от городской суеты. Проводи-ка меня за вороточки, я пойду пешком по тайге. Я поставлю часовню на горочке, о душе своей помолюсь. Проводи-ка меня за вороточки, я пойду пешком по тайге. Я дойду до своей часовенки, о земле родной помолюсь. Солнце заходит за лесом, я напьюсь ключевой воды. Проводи-ка меня за вороточки, я пойду пешком по тайге. Проводи-ка меня за вороточки, я пойду пешком по тайге. Проводи-ка меня за вороточки, я напьюсь ключевой воды. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях дуэт на проталинке Евгений Кушков и Татьяна Васильева. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас уже достаточно давно знаю. Женя даже сейчас у нас работает на храме, охраняет, да, смотрителем работает. Татьяну давно знаю как собирателя, любителя, исполнителя народных песен. И встречался с вами еще здесь, в Лавре. Вы постоянно, ежегодно участвуете тут в программах, да, это фольклорный фестиваль, да. Грунтовского, да, фестиваль? Рождественский ежегодный фестиваль, да, в Лавре. Прошел уже 12-й, да, фестиваль. Вот, Татьяна, вы житель Петербурга? Да. Да, а Евгений житель? Архангельского района. Мезенский район? Да. И деревня Терсово. Терсово? Терсово, да. Терсово. И вот интересный такой сплав получился и личности, и любовь, да, к народной песне. Евгений, это была твоя песня? Да, ты сам ее сочинил, да? Да, сам написал, да, в деревне.
А у вас в деревне поют? Так у нас поют, да, песни поют. То есть ты как бы отголоски вот эти мелодии, да? Да, уловил? Да. А Татьяна, она как аранжировщик, это как-то немножко, да, рихтует, подправляет, да? И получается совместное творчество. Да. Это очень удивительно, потому что сейчас такие вот песни, они, ну, их не пишут. Да. Это такое, можно сказать, даже чудо. Да, православная такая песня. Православная, потому что там часовенку. Да. Это вот душа русская, да? Да. И все время часовенка, косогор, да, реченька, ворота, там, поле. Такие образы. Да, образы еще. Уходи раньше в тайгу, молились, кельи строили. Вот. Я вот такое написал, там, Савватти, вот это, на Соловках уходили, вот так можно и написал. Можно мне слово вставить? Ну, конечно. Вот эта песня «Проводи-ка меня за воротички», это, Женя, вообще-то, ты, наверное, подзабыл, ты в Петербурге уже это, не, да? Ну, написал ты, ну, в Петербурге. Ну, начал, может быть, там, в деревне какие-то мысли были. Там есть такая строчка: «Постою у ручья, подумаю, как устал от городской суеты». Ага. Здесь вот эта тема главная это в этой песне. И вот вы сказали, что я аранжирую. Ну, да, скорее, просто я подключаюсь в какой-то момент. Вот Женя вообще-то начал вот это творить, именно вот приехав сюда, в Петербург. Да? Ну, приехал он поработать, потому что в деревне сейчас очень трудно с работой. Угу. Нет, только, ну, дома по хозяйству. Вот. Заходы все развалились, нет ничего. Поэтому вот это была основная причина. Но здесь он, вот, во-первых, его церковился благодаря вам, батюшка, отец, ну, Анатолий. Это уже помощь. Мы бы без вас вообще пропали тут. Да. А второе, то, что он стал слушать тоже здесь больше вот других исполнителей, вот ходить на фестивалях и на какие-то еще концерты. Ну, музыку-то он наверняка уже и с детства вообще-то любит. И бабушки его пели, я думаю. И вы вместе стали петь, да, получается? Да, мы стали петь народные песни вместе. Ну и вот неожиданно это проявилось желание у Евгения что-то свое создать. Но он не придавал этому значения. Вот, в общем, он ходил там, что-то себе под нос там напевал, а я слышу, и вот меня что-то зацепило. Кто-то ходит и там: «Проводи-ка меня за воротички». И, в общем, даже хочет бросить, а я вот говорю: «Нет, давай дальше». Это очень красиво звучит. И... А вы давно занимаетесь фольклором, Татьяна? Да, я уже вот... Ну, можно сказать, 30-летие в этом году мы отметили здесь тоже в Лавре. У нас вообще тут все пути сходятся в Александре Невской Лавре. И ансамбль такой «Домострой» существует. Конечно. Он и сейчас, вы его знаете, но он у нас сейчас как разветвился в разным направлениям. А вот начало его было положено в университете в 1984 году. Сейчас уже так надо говорить. В 21 веке живем. И вот в этом году решили собраться, кто вот мы их называем друг друга старики, которые вот были с самого начала в этом ансамбле. Елена Мельник и Алексей Захаров у нас были руководители, профессиональные музыканты, композиторы. Ну и Елена Мельник, она и фольклорист очень известный. Якубовская, она теперь фамилия у нее, Елена Якубовская. И вот мы все встретились здесь, водили хороводы. У вас... вы любите такой северный, да? Да. И вот когда у нас... Изначально-то нас и учили северному пению. Угу. Вот наши руководители, мы записи, нам все буквально разжевывали. Каждое словечко, да, пропевали с ними. А потом я сама стала ездить. Я просто еще до этого я работала в Русском музее, еще до ансамбля в отделе народного искусства. Так что это уже моя среда была. Меня к этому тянуло. И получилось, что вот хор из деревни Кимжа Мезенского района, они бабушки, как их мы называем, вот старый хор старинный, в 81 году приехали в Русский музей, и вот где я делала выставку, организовывала по современному народному искусству, севера именно, сама привозила экспонаты, вот это все устраивала, и вот эти самые бабушки из Кимжи, они пели три дня на выставке.
И я ему еще запись там организовала для Пушкинского дома. Но сама я еще тогда ничем этим не занималась. Ни фольклором, ни пением, к сожалению. Да. Но потом это вспомнила. И вот спустя уже там 20 лет, тогда это было в 2002 году, я снова появилась на Мизине, свалилась. И на купила голову, там дом, на, да? На голову не сначала, дом не купила. Да, меня там, конечно, просто приняли. У них есть такие огромные вообще дома, там вот в Кимже двухэтажные. И есть еще такие дополнительные комнаты, боковушки называются. Вот я в этих боковушках первое время останавливалась у руководителей. А вы могли бы еще что-нибудь спеть? Ну, потому что больше, конечно, хочется послушать ваше пение. Да, вот у вас есть можно долго рассказывать, но давайте мы споем вам сейчас старинную песню. Вот это была, в общем-то, авторская песня первая. А сейчас вот для сравнения тоже. Как раз, вот, может быть, будет интересно послушать мизенскую старинную песню из деревни Лепская Лешиконского района Архангельской области. Песня называется «Из палатушек белокаменных». Из палатушек, из палатушек, да белокаменной, белокаменной, ой, белокаменной, да государевой. Государевой выходил то майор, да полковничок, да полковничок. Ой, выносил то указ, да не милостив. Так не милостив, ой, как из трех-то братьев, во солдаты брать, во солдаты брать, ой, во солдаты брать, да в казаки писать, казаки писать. Ой, что нужного было у бедного, вот у бедного, ой, у крестьянина, да не бога, не богатого, не богатого. Ой, три сына то были, да три хорошие, три хорошие. Ой, три хорошие, да службу го, службу Божия. Службу Божия. Ой, уж вы, дети мои, да дети дети малые, дети малые. Ой, вы сходите куда в Новую Гору, Новую Горенку. Горенку, ой, вы наденьте куда светло платьицо, светло платьицо, ой, вы сходите куда в новую кузницу. Новую кузницу. Ой, уж вы скуйте, куда все по ножику, все по ножику, все по ножику. Ой,
мою уж вы срежьте, куда все по прутику. Это не вся песня, да, конечно. Мы и так тут, да, вот мы между... может быть, работали, да? Между вот этим куплетом, где все по ножику и все по прутику, там еще есть 4-5 куплетов, но мы специально вот этот я спела, чтобы заканчивать не так, не ножиками, хотя нужно вот просто продолжение, я скажу, о чем песня. Это рекрутская песня. Вы поняли, наверное, да, что там из трех сынов надо было. Они, значит, срезали по прутику три брата и кидали жребий. Вот, бросали в воду, и там дальше говорится о том, что у первого-то камнем, у первого гоголем по воде плывет, у второго серой уточкой, а у третьего, у младшего, камнем ко дну пошел прутик. Да? То есть ему идти. И вот он заплакал, к маме пошел и говорит: «Видно, я тебе не родной сын». Но потом поразмыслил и смирился, и говорит: значит, мне на роду написано «Во солдатах быть». Вот спасибо, видите, какой спасибо. Текст, да? Да. Потрясающий. И вот даже Надежда Алексеевна, она мне все жаловалась, когда выступали они, еще в те годы, это 80-е, их возили в Москву и везде, даже за границей вот бывали. Бывали, да. Во Франции бывали. Да, и всегда говорят: не надо до конца, мол, долгие песни. Сейчас приезжают вот фольклористы, вот как я тоже, и спрашивают концы, о кольцовке, как она, а где их взять? И вот я в некоторых случаях помогаю найти эти кольцовки вот по текстам, в общем-то, в старых записях нахожу, привожу их в деревню. То есть вот занимаюсь еще вот этой обратной связью. Спасибо, Господи. Вот Женя, а откуда у тебя такая рубашка? Откуда ты ее взял? Нет, Таня тут. Таня или Шуконского района. Да, это подарок. Подарок. Сколько лет уже исполнилось? От меня ему, а мне тоже был. Сколько лет исполнилось эта рубашка? Она старинная очень. Старинного кроя очень. Да, таких сейчас уже нет. Вот, Женя, тут подними руки-то. Может быть, вот видно, что здесь вставлены косые клинья, прямые косые, чтобы вот она прилегала тут здесь к телу, а тут свободно было. Это раньше ходили. Вообще-то это старинный крой, да, он был очень продуман. И в смысле того, чтобы вот человек мог и работать в ней, и свободно себя чувствовал. И вообще вот эта русская удаль-то, да, известная, молодецкая такая, что, ну, сами понимаете, мужчина должен себя свободно чувствовать. Ну, может быть, она им чуть-чуть тесновата. Женя, вот. Да, ты скучаешь по своим родным местам-то? Да, она... Все время рвешься, душа рвется, да? Вы там храм восстанавливаете, да? Да, это в Кимже, да. В Кимже храм? Дигитрия, да, Смоленская, Божья Мать. Ну, это не мы восстанавливаем. Там восстанавливают, да. Но я там участие принимал. Это помогал, федеральный памятник федерального значения, да. Фундамент делал. Спасибо, Господи. Угу. Хочется еще что-нибудь услышать, спойте еще что-нибудь, ну, из вашего репертуара. Угу. Потому что Господи, передача, она не продолжительная. Хочется Господи, побольше Господи. Песен. Есть «Из-под вязы», да, у вас песня такая? Да, вот. Да. Но вот сейчас-то вот «Из палатушек» это мы пели долгая протяжная песня, называется, на мизине. Вот. А есть песни и хороводные, и плясовые. И вот такой был обычай: на праздники водили такие вот, выстраивались цепочкой и ходили такими кривульками. Они называются иногда песни эти кривуличные. Да? Mm-hmm. То есть один человек вот впереди идет и за собой ведет всех. Куда он пошел, туда и все. Вот. Mm-hmm. Понимаете, смысл какой вот глубокий был даже вот в хореографии народной. Да? Mm-hmm. Что и сейчас тобой надо тоже позаимствовать. Вот такое единение людей. И, в общем-то, это совершенно необыкновенное чувство. Это каждому надо попробовать стать. Или же вот в хоровод походить. Ну, на севере называли круги, не хороводы тоже. А это вот такие кривуличные. Один детка, так вот называют обычно людей в возрасте, если мужского пола детка. Тоже в Лешконском районе, в деревне Белощеле. Ну, еще я эту песню слышала также в деревне Селище. И вот хочу посвятить памяти двух исполнительниц: Афанасьи Ионовны Листовой из деревни Белощеле и
Дорожкиной Маврии Павловны из деревни Селище того же района. Спасибо, Господи. Давайте, папа. Из-под вязу, 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 да из-под вязу во коренью, да зайка горностайку, да несет в зубах киселицу, да небылую небылицу, да будто я красная девица, да в зеленом саду гуляла, да хмелю яру нашипала, да на белое блюдо клала, да на серебряную тарелку, да по тарелке рассыпалось, да девке мало показалось, да виноградом добавлялось, да виноград зеленый алой, молодец, кудрявый, бравой. Спасибо, Господи. Вот так они ходили под эту песню. Я люблю народную песню. Татьяна вот хотела еще как-то определить свое отношение, вот, ну, понятие. Вот, вот, вы не любите, да, слово «фольклор», а вы любите слово «традиция», да? Ну, как, не то, что в нашей люблю, русской, да, народной культуре существует традиции. Mm-hmm. Фольклор – это особый, да, вот такой термин. Да, это термин, он, конечно, вот от иностранного слова происходит, но как-то он уже прижился, фольклор и фольклор. Но некоторые люди как-то расширяют вот это понятие фольклор сюда уже, как-то объединяют некоторые вещи, которые не относятся к традиционной культуре. Поэтому, когда вот мы говорим о настоящей культуре, ну, иногда вот такое слово все аутентичное, многим сейчас уже оно знакомо. Ну, изредка его тоже употребляю. В основном говорю о том, что это я занимаюсь русской традиционной культурой. Угу. Ну, сейчас в последнее время все вот русского севера именно даже так. И вот внутри это понятие русская традиционная культура есть понятие песенного творчества. Да? То есть это вот то, что мы сейчас исполняли, это ведь творчество. Это кто-то когда-то сотворил. Но настолько оно универсально, что вот до сих пор вообще-то вот эти все песни, вот не только я так думаю, но даже уже среднее, более молодое поколение в деревнях, они понимают, что эти песни, они современные, они очень жизненные по своему содержанию. Вот, и вот эта вот дорога, расставание, встречи, опять тоска по любимому. Ну и вообще, любовь к родине в них отражена. Вы хотите так определить, можно так сказать, что сейчас нужно сохранять эту культуру для будущего поколения? Вот мы должны это делать. Ну, безусловно, конечно, я считаю, что мы пропадем. Вот даже если вспомнить вот ту выставку 81-го года, там была книга отзывов, ее потом даже издали, вот, в виде буклета такого большого. Так, эти отзывы, например, такой был отзыв, что «пока живо народное искусство, жива Россия». Это был 81-й год. Я хочу тоже спеть песню. Она называется «Ничто в Польшке не колышется». Она немножко вот так же в моей обработке, как я услышал, я там, она, конечно, о неразделенной любви, но я хочу просто кусочек спеть песни. Просто, чтобы понятна была красота вот, мелодии, красота гармонии русской народной песни. Сколько в ней широта. Так. Ничто в полюшке не колышется, только грустный напев где-то слышится. Напевал там пастушок песню дивную. В этой песне вспоминал он да свою милую. Okay.
Я, ну, я пою в основном только собственные песни, но иногда меня так затрагивает, что невозможно не спеть. Хочется, хочется русской песни, хочется, чтобы мне душа развернулась. Тоже хочется, да? Сказать. Да. Простите, батюшка. Вот вы спросили, да, вот, ну, по поводу того, что такое там фольклор или... Вот сейчас очень много есть такое увлечение идет. Да, я чувствую вот в интернете. Там вот, кроме того, что все сейчас можно все найти даже там. Вопрос вот этих вот обработок, когда берут песню старинную, народную, да, пусть эту русскую, тоже северную, и потом с ней можно делать все, что угодно. Да? Вот, ну, допустим, любой исполнитель эстрадный или еще как-то, либо даже просто любитель, вот ему захотелось попробовать что-то. И вот у меня какие-то бывают опасения на эту тему, что вот первоначальный-то вариант, оригинал, он куда-то... Не то, что он от этого, конечно, вот могут сказать, не испортится, да, вот он лежит себе. Но люди-то слышат уже новый вариант, а тот они вообще не слышали, да? Ой, говорят, а вот, надо же, народная песня, да? А она, в общем-то, уже не та. И вот сейчас я вас послушала, и вот насколько у вас вот это органично очень было сделано. Это серьезно. Я вот, вот эти вещи я ценю. Я думаю, что об этом можно говорить очень много и долго, и очень хочется, и это все нужно. И я думаю, что я буду делать передачи именно вот посвященные сохранению нашей традиционной русской культуры. Это обязательно. Это хорошо. И вообще я считаю, что здесь вот как раз сейчас в данный момент происходит сохранение. Вы спели, это самобытно. Женя так Евгений, мало говорил. Да, не дали Жене ничего сказать. Очень интересная речь, понимаете? Да. Я говорю, я это... тоже занимаюсь еще говором. Спасибо Татьяне Борисовне, что она собирает эти песни. Пишу об этом статье иногда. Она собирает, сколько кассет уже сдавала. Дала все на сохранение. Нет, ты, Жень, ты лучше скажи вот что-нибудь... На своем языке мизинском. Пожелаю что-нибудь зрителям. Дай Бог всем здоровья, отцу Анатолию, чтобы передачи хорошие такие. Телеканал «Союз». Всем «Союз». Да. Всем. Которые такую возможность нам предоставляют. Да, пираты снимаюсь я. Нас в деревне не снимают. Вот тебя увидят в деревне, вот обрадуются. Да, там все к телевизору. Женька Питерский снялся. Да. Дорогие братья и сестры, на этом наша передача подошла к концу. Очень жалко с вами прощаться. С вами был священник Анатолий Першин, ведущий передачи, и Евгений Кушков, и Татьяна Васильева. Они исполнители, собиратели, носители русской народной традиции. Божие всем благословение, ангел-хранителя. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо.